Итак, друзья, всем привет. Сегодня приобрел бензиновый генератор. Фирма Мастер, Китай. ГБ-3900Е. Е, то есть с автозапуском. Такие вот характеристики. Напряжение. Вес нет, 38-40 килограмм. Привезли мне его только что. Так вот он упакован. Цена этого генератора 10388. Генератор рассчитан максимум на 3,5 киловатта. Рабочая 3 киловатта. Так вот он упакован. Инструкция. Так, комплектация. Две розетки, зарядка, шнур для зарядки, свечник и ключи заводить. Так, сейчас вытащу и будем дальше размотривать. Так, что мы здесь имеем? Автозавод. Характеристики. Три. Номинал. 3,5. Максимал. Две розетки. Предохранитель. Вольтметр и для зарядки аккумулятора, то есть 12-вольтовый выход. Фирма Мастер. Здесь бак с датчиком уровня бензина. Сеточка. Так, что у нас дальше имеется? Двигатель 7 лошадей. Также имеется ручной запуск. И выхлопная труба, и сам генератор. Так, аккумулятор. Семь ампер часов. Не подсоединен. Стартер. Так, датчик уровня масла стоит. И, в общем-то, пока все. Сейчас зальем масло. Зальем бензин и начнем дергать.
первый пуск производить. Значит, отворачивал масляную горлету, пробку. Аккумулятор снимать мешает. Так, аккумулятор отсоединим, пока нам не нужен. Отворачиваю масляную пробку, она вся в каком-то масле. Походу там что-то залито какое-то, блядь, масло. Но, естественно, мы на нем работать не будем, мы его сейчас будем сливать. Не знаю, что там за масло. Обычно они сухие приходят. Так, ладно, сливаем его. Так, сейчас посмотрим, залито там что ли, залито. Отворачиваем сливную. Отверстие. Что-то потекло. Какая-то шняга потекла. Но пользоваться мы ей не будем. Что-то неизвестно, что это такое. Мы ее сольем. Так, как-то так. Не. Вот столько там какой-то жики было. Ну это походу транспортировочное масло. Так, будем заливать свое масло. Так, одному делать все неудобно. Значит, я его поставил вот так вот боком. Масло буду заливать вот такое на первое время на обкатку. Здесь рассчитано как раз 0,6. То есть мы выливаем все полностью. То есть масло вышло из заливной горловины. То есть масло в норму мы налили. Так. Как видите, масло даже чуть-чуть капает. Это значит норма. Заворачиваем.
Так, ставим аккумулятор. Нет, аккумулятор не будем пока ставить. Зальем бензинку. Так, вороночку сейчас протрем. Так, вороночку вытрем. И будем заливать бензин. Для начала залили немного для пробы. Индикатор вот чуть до половины даже не дошел. Это может литров 3-4. Так, горловину закрываем. Так, что, подсоединяем аккумулятор. Здесь клеммы затягиваются гайками. Значит, пойдем искать ремкомплект гаек. Болты, гайки нужны. Так, сразу посмотрим, что у нас идет в комплекте. Две вилки. Ключ свечной. Клеммы для выхода 12 вольт. Ключи. Ключи! Так, это что? А, это ножки. И болтики для крепления аккумулятора. Сейчас я аккумулятор подсоединю. Снимать не буду. Yeah.
Ну что, сейчас начнем пробовать нагружать его. Нагружать, конечно, мне сильно это нечем. Это есть у меня вот болгарка. На 900 ватт. И электроверталка, дрель. Она на 600 ватт. Такая простенькая. Сейчас будем их нагружать. Карта. Нагрузил 1,5 киловатта, 900 болгарка и где-то 600 дрель. Все это интерсковская фирма. Он даже не пукнул. Чем его еще нагрузить, я даже не знаю. Нагружать мне его больше нечем, потому что нет у меня таких мощных инструментов. Он и брался у меня этот генератор не для того, чтобы там здесь у меня сделать мастерскую летнюю, и чтобы он здесь у меня работал. Потому что электричество везти сюда мне очень-очень далеко. Так, давайте рассмотрим, что такое китайский генератор мастер. Сразу говорю, что мастер, что бимаксер, что хераксер, что хуяксер. Это все одно и то же. Смотрим на наклейки. Криво. Здесь уходит в сторону. То есть наклейку Китая сюда может наклеить все что угодно. Все наклею. Все бирки приклеены. Все приклеено кривовато. Сам генератор 100% здесь алюминиевый. Никак он не медный. Мощность 3 и 3,5. Здесь 100% нет. 2-2,5. 2,8 от силы он даст. Но для меня это вполне достаточно. Но извините, цена 10
1330 там с копейками рублей. Это Китай.